В минувшую субботу Копейск принял первый этап мемориала Масленникова. Соревнования были посвящены памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Пятый раз он проходит на территории Копейска, а на территории города Челябинска будет проходить 30-й раз. Что-то в каких-то дисциплинах меняется, состав меняется, и требования, допустим, к тем же соревнованиям, где-то возрастные какие-то категории мы учитываем, когда проводим среди детей. А так, в принципе, уже вот стандартные мероприятия по прикладным видам спорта. За старт! Внимание! Марш! В соревнованиях участвовали сотрудники полиции Копейска, Аргаиша, Коркина, Едкуля, Пласта, Еманжелинска, Красноармейского и Сосновского районов. Каждая команда состояла из 30 человек. Стражи порядка соревновались в стрельбе, подтягивании на перекладине, жиме гири, комплексной эстафете, командном беге и перетягивании каната. Ну, соперники сильные со всей области. В принципе, бегают все парни хорошо, все хорошая техника. Было очень тяжело с ними бегать. По итогам соревнований первое место завоевали сотрудники отдела МВД России по Аргаяшскому району. Второе место – копейчане. И третье – полицейские Коркинского района. Именно они примут участие во втором этапе мемориала, который пройдет в Челябинске 25 июня.